Раз в год Национальная библиотека Чуваши открывает свои двери даже ночью. В минувшую субботу здесь происходило нечто невообразимое. Участники уже традиционной акции «Библионочь» проходили всевозможные конкурсы, соревновались в знаниях. Подробности у Алексея Табинова. Хорошая библиотека – величайшее сокровище. Тем более, если в ней можно не только поучить, но и проверить свои знания. Для этого библиотекари придумали целый норматив ГТО. Но расшифровывается эта аббревиатура у книголюбов по-своему. Главное – творческая обстановка. Сейчас мы проходим интеллектуальное ГТО. У нас 5 испытаний, у каждого свой вот такой зачетный лист, где на каждой станции нам выставляют баллы. Затем баллы будут просуммированы и назван победитель. Мы надеемся, что это будем мы. Мы поднимали книги. Да? Что мы еще делали? Мы участвовали в логической викторине, и вот здесь быстро читали. Отвечали на вопросы. И отвечали на вопросы еще. В библиотеку ходят и большими дружными компаниями. Иначе как проявить себя в интеллектуальном турнире «Что, где, когда?» Уже 3-й год подряд команда чебоксарского завода «Элара» подтверждает статус самого эрудированного коллектива. «Библионочь» в нашей интеллектуальной, можно сказать, тусовке – это такое событие, достаточно значимое. Вот. Готовиться к ней как-то особо, может, не готовимся, но мы, поскольку каждую неделю играем, мы, в общем, готовы всегда. Вопросы были достаточно трудные. Вот. Ну, у нас вот 3 раунда было. Если первый был немножко, можно сказать, разминочным, то второй и третий достаточно сложные. В этом году «Библионочь» прошла под слоганом «Магия книги». Ведь, несмотря на наличие интернета в каждом доме, он не сможет передать шуршание страниц и запах книжного переплета. Алексей Табинов, Ирина Волкова, Игорь Зверев, «Республика».